Предлагайте. Союз добровольцев Донбасса принял участие в круглом столе, посвященном русско-кавказской инициативе. Суть проекта в требовании кавказцев присвоить русскому народу государствообразующий статус. По замыслу авторов инициативы, это должно изменить отношения между народами и этносами в России и определить статус русских за границей. Сама идея инициативы возникла в Адыгее. Очень важно, что русско-кавказская инициатива исходит от народов Кавказа, и это снимает ряд двусмысленностей и изначальных обвинений в том, что русские пытаются опять узурпировать некие политические функции и с помощью этих функций держать народы России в тюрьме народов, как это формулировалось прежде. И вот эти все формулировки о тюрьме народов, о русском великодержавном шовинизме, к сожалению, до сих пор присутствуют в нашем политологическом обиходе и являются наследием советской эпохи. В диалоге приняли участие представители кавказских народов, общественных организаций, члены правительства и общественной палаты. Был поднят вопрос о внесении изменений в законодательство, в частности, Конституцию. По словам участников круглого стола, воплощение русско-кавказской инициативы должно изменить политику России в области межэтнических отношений. На нас сейчас смотрят из Прибалтики, на нас смотрят сейчас из Украины наше русское население, из других регионов нашего большого русского мира, евразийского пространства. На нас обращают внимание и европейцы, которым навязан вот брюссельский формат, такой европейский формат мультикультурализма. Если они увидят, как эффективно действуют эти механизмы, что можно в Конституции разместить народы, не просто гражданскую идентичность, не просто совокупность атомарных граждан, а можно там указать народ или народы, это будет просто грандиозной имиджевой победой на всем евразийском континенте и в мире. Для информирования общественности в поддержку инициативы готовятся акции и мероприятия в разных регионах России. Тем временем обсуждение идеи и четкое ее формулирование продолжается.